Пеки закидывала. Всем привет, дорогие друзья. Надеюсь, что сейчас их слышно на заднем фоне. Дима, как обычно, поднасрал и все работает. Оффлимит? Типа-то да. Потому что не хочется говорить что-то кому-то, и при этом, чтобы публика не понимала, кому и на какой вопрос я отвечаю. 10 линкоров взаймы. Фига себе взаймы. Во-первых, ты воюешь. А ты продать не сможешь мне их? Нет, во время войны нельзя. Понятно. Это механика игры запрещает. Как бы я отдал со всей душой. Так, я продаю дикий буст очков на 2 года. О, давай, надо взять и пропихнуть мне своего наследника. Зачем? А ты не знаешь, что ли, что дает победа? А, ну я знаю. Ну вот. Эй, нидеры, вы чё? Я... Денег нет! Ты больше хочешь денег? Не чувствую денег. Не, у тебя плохой какой-то этот, убирай его. Не-не, я буду дальше поддерживать, не волнуйся. Так, пойду найду другого тогда. У нас Даня, нидеры, ты можешь у меня пропихнуть своего чувака? Посмотрим. Персия, Гуджарат и Великие Моголы, Гуджарат. Он 0-3-3. Ну нормально, это, ты говно. Это а самый сок моей жизни. А, династии поддержать наследника. Не могу. Какие еще есть, даже любные. Суть, у нее даже остались до сих пор пробки в этом, в Корее, то есть торговый узел, который, ну не торговый узел, точнее, как он называется. А, не осталось, ладно, я понял. Короче, только Японии не осталось. У нее отобрали один остров, там, где две пробки, там вот Китай. Типа Японии сложно будет от Китая в случае чего обороняться. Но скажу тебе по секрету, там, ну, Китай особо не этот, не боец против Японии, сейчас он немножко занят. Слушайте, у нас есть ограничения, за какое время они должны прожать мир? Там до 2 месяца есть. А если не прожмут за 2 месяца? Там не знаю. Какой именно мод надо ставить? Ски не понял. Типа я его в папку закинул, но там мне ничего не высвечивает. О, это нужно к воину подойти, он тебе подробно может объяснить, потому что мод его. А, то есть он никак не выделяется. То есть письма не выделяются. Ну, хрен его знает. Это очень сложно. А русификатор там что? Русификатор там встроенный. Слово сказать. Понятно. Угу. Эфиопии, по идее, будет отдана. Окей, будем разбираться. Торговая зона. Все ТЦ-шки потеряют. Гуджарат, скорее всего. Может быть, а может и нет. Так, друзья, мы сейчас пока послушаем народ. Надеюсь, что народ будет слышно и не будет такой же запары, как в прошлой серии. Я вроде все проверил. 1000 раз перетестировал. Но теперь, как говорится, получил такую паническую атаку в связи с записью. Да, там 2 у тебя, 3 торговых, кстати, этих у Замега. Блять, как же херово. Как же мне пердак горит. Да, бывает. Фал, он тебя покинул. Ну, я знаю, он договаривается. А, я понял. Он договаривается просто... А Китай вошел в войну... Потому что у него не было перемирия с Гуджаратом. Потому что я дурак не призвал Гуджарата в войну против Китая. Потому что я не думал, что Эфиоп вступится за Персию. Блин, это слишком сложно. Ну, видишь, что получилось в итоге? Ну, подожди. Да блин, меня задолбали уже эти сумасшедшие... Вассалы? Армии Китая, нет. Ну, сейчас ты получишь перемирие с Китаем, по идее, да? Да, я получу перемирие, но сначала сдохнут все мои армии, которых сбивает Китай, просто потому что я убрал им содержание. Чтобы не умереть совсем. У меня там видел какой минус? У меня минус 144. Ой, в смысле 114. Если я включу содержание. Угу. Нормально. Пока можно все это пообъединять. Потом меньше платить. И, кстати, пушечки мои сохранились. 4000 пушек. Да, мои пушки сохранились. Ну, видишь, все нормально. Нет худа без беды. Зато наклепал кучу пушек. Потом пригодится. Слово сказать, прошло уже больше 2 месяца, они все еще не подписали мир. Ну, нарушение правил. Поставили, сейчас подпишут. Да не, уже прошло больше 2 месяца. Ну так, а вы жмите, идите и договаривайтесь, пусть подписывают мир.
А какое у нас наказание за несоблюдение правил? Не знаю. Нужно было за каждый просроченный месяц минус 10 счета. Чтобы они не оккупировали такую, так не делали вот так вот. Господи, что ж там так долго может думать, а? Я уже вижу, что от меня забирают. Сейчас узнаем, что они там говорят. Не-не-не-не, все. Оттайло, что там такое? Пишите мир уже. Мир закрылся. Человек капнул. О, все, перемирие все есть. Все подписали? Результат перемирия видим. Так, Тайло, пошли отойдем где-то в коллекцию. Короче, за мной. User left your channel. User left your channel. Лямба. Что? Что делать будет сейчас? Не знаю. You were moved. В общем, да, послушаем теперь, ребят, вот эта война закончена. К сожалению, великие моголы... Ты же болеешь, тебе только во вред будет. Ну как, немного... А, это я перс. Побереги себя. Моголов смотрю. Я с торговли собираю 13 монет. Ты не собираешь 13 монет с торговли. Я собираю, тебе скрин кинуть. Сколько он говорит, собирает? Мне приходит меньше, в любом случае. Окей. Ну, странно. Сколько он там говорит, что он собирает? Собирает 13 монет. Кто? Никита? Где? Тоже интересно, где? Везде просто поставил собирать. Не, может, он Америка какая-то богатая, я не вижу. Угу, Франция тоже против Марокко воюет. Так, а Марокко в одной войне, что ли? А, да, за Андалусию против Марокко. Понятно. И инки против Марокко. Копенгаген когда продашь? Неужели? Ну, после того, как... После плана пробулок. Пробулки. Чьи булки? Китские. Кек Ирландию продали. Ирландию не продали. В общем, слушаем их, а я пока перекушу, друзья. Приятного аппетита всем, кто тоже будет кушать. У меня вопрос, не веру сейчас менять картош? Меняй уже веру. Ты мне с восстаниями поможешь, если что. Видишь, Копенгаген мой, я нет. Да, я тебе сказал, когда будет. Ну, значит, вера тогда же будет и помощь тоже. Ну, тогда не буду перекрещиваться. Как знаешь. Мое дело предложить. User joined your channel. Отвратительно, баст. User joined your channel. Вы стартанули уже? Да. Добрым утром. Да, Тортик. Привет. Плохо. Можешь попросить, можешь. По-моему, хорошо. А то я предупреждал, что я опоздаю. Я просто думал, вы долго заходить будете, да ладно. Ну, мы долго заходили, но и Никита Тормоз все-таки пришел. А, пойду я, пожалуй, в гвинт играть. А можешь из игры выйти вообще. Покажи торговцев, Никита, где они делают, что они делают. Часописки и Любик собирают. Ну вот они собирают, а мне нужно, чтобы они перевозили. Перевозили в Ла-Манш. Ну, Злотин в Северное море для тебя. У тебя же Северное море родное, да? А, да. А, вспомнил. Нет, у меня уже Любик. Я туда перенес торговую столицу. А, ну блин. Ха! Ха!
забавно. User left your channel. User left your channel. Реберсон, ты неправильно купца поставил. Из Северного моря поставь. Ну, блин, у тебя все идет через Северное море. А зачем ты все через Любик отправляешь? Я не понимаю. Ну, а как еще? Ну просто можно из Северного моря, допустим, напрямую в Ла-Манш. Я из Северного моря, у меня нет купцов там. Саня. Ну, поставь на секунду там стрелочку, видишь, перешмякай. Мне ноль. Я поставлю. Да. Я только что все там потратил. По направлению посмотри, что все хреново как-то стоит. User left your channel. Сейчас все будет. В пути. Ты в Балтику поставил купца? Угу. Ну, видимо, все-таки купца должен ты ставить. Дерьмо. Никита дурак, зачем он деньги собирает? Ну, ты если у Нигеров есть бонусы на перенаправление, то есть 100% надо в Балтику. Никита, короче, ставь в Балтику купца. Ой, тьфу. Реберсон, ставь в Балтику купца. А, отлично, ты, кстати, Никита. Нет, у тебя на караваны есть, а на перенаправление морского у тебя не вижу бонуса. Не, Рейланд лучше, картош, мне не нравится Северное море. На монетку. У тебя торговое влияние плюс 50. Балтика? А, Балтика даже лучше, ну ладно. Ты что за дичь сделал? Почему в Ла-Манше 40 монет сейчас оборот? Потому что я в Северное море отправил, твои просьбы. Фу. Так, опять в Рейнланд отправь. Я в Балтику отправил. Так, из Любика в Рейнланд отправь и в Северном море галочку нормальную поставь, чтобы напрямую шло в Ла-Манш. Ты меня понимаешь? Ну, такая что здесь. В торговой карте смотри по стрелочкам. Вижу. А, ну он идет в Ла-Манш все из Северного моря. А, блин, что за херня? В Любик идет. Стрелочку пережми. Ёбаный стрел. А, во. Блин, сложно. У меня новый выбор. Отстойный, кстати. Потом в Рейнланд поставь. В Рейнланде стрелку поставь на Любик. В Северном море поставь на Ла-Манш. Что сложного? Так, эффективность оранжеристов или штатистов? Вы мой оранжерист. Ёбаный стыд, меня вообще кто-то слышит здесь? Нет? Да. А чё это с деньгами как-то странно? Да вот Реберсон какой-то дичь сейчас делает. Сейчас всё будет. Так, Реберсон, обратно в Рейланд. Не тупой. Обратно в Рейланд из Балтики. Все, перенаправляю, дружочек. В Рейланде так. Стрелку поставь на Любик, а в Северном что море на Ла-Манш. Что за стрелки? Отстань от меня. Да ты в торговой карте. Ну, открыл карту. О, у меня все, галочка друзья. Стоит на Ла-Манше. Что в Ла-Манш переводят. У тебя нет, а у тебя есть. У тебя переводится в Любик. А теперь ну, есть. Ну, Ла-Манш. Вот, о, вот так мне нравится больше. Вот ты Никите просто говоришь, надо монету больше. Не надо в Любик отправлять нет, деньги. Кстати, а мы торговлю будем пытаться брать или как? Да, будем брать. Ну, что мы? Нам не хватит 50, если вы так хотите. Хватит, хватит. Там еще Никита будет. Ну, его метические 13 монет, конечно, хорошо. У вас сильные конкуренты. А там Франция дичь творит. Впрочем, ничего. Что, Франция в Индии намного больше. А, кстати, Индия еще есть, да? Ну, Индия не Индия. 16 плюс 40. 10 у них монет, 6... говоришь, собирают. Я собирал когда-то 10 монет. У них 70, короче, в Индии. Каперы? Хочу спросить. А, Сузя, строй... Фу, Сузя. Реберсон, строй кораблики, пожалуйста.
Ну, я еще делаю, посмотри. Барки там все такое, ну как мы говорили. Блин, гребаный айвенты. Ненавижу. Ай, у меня просьба, построй мне, пожалуйста, 20 карак. Я строю себе корабли для начала. Да. Потом мне построй. Не, слушай, а сложно, что ли, просто начать строить везде, во всех верфях? Я строю во всех верфях. Аллилуйя. Там сразу себе пожмякаешь 20 карак. Могу в Африке пожмякать 20 карак. Ты делай, если они быстро там строятся. Дай деньги. Денег мне нет. Карак, ну, я нищая страна, у меня маленький доход. Ну, вот и договорились. У меня вообще баланс 16 монет. Радуюсь. А у меня 22. Это содержание в армии. Жаба, жаба. Да. Можно сейчас все внимание на Анатолию твою? Да я смотрю. Можно. Опять кто-то выебывается, вот, что ли? Давай. Смотри, видишь, да, Анатолию? Саня, о, порог активировал. Как раз тортик зайдет. Да иди в жопу. Моя игра разлагала, ребят. Да, да. Мы... все разлагала. Ты увидел это? Иди да, в жопу, вижу Анатолию. Ой, ну там. Который играет, ё-моё. Вот посмотри развитие Константинополя теперь. Лёва, пробки переименовались. Лёва да выёбывается, вы. Шикарно. Ямато конкурент. Вместо Анкары какая-то галея. То есть Ямато, а я не понимаю, а зачем ради тебя перезаходить, если ты это, вы что, издеваетесь? Никто не будет перезаходить из-за Вани. Да вот почему именно, тортик зайдет? Я ему об этом говорю. Тортик зайдет. Вот когда тортик придет, там через сколько? Часик. Через 20 минут тогда перезайдет. Так он уже пришел, нет? Ну через 20 минут как раз перезайдем. Yeah. Мы добились своего. И то хило срано. Жаба, это было хищно. Я тоже тебя люблю. Ага. Я тебя не зашел. А... Блять, почему у меня Никита не зовут? Я не хочу перезаходить постоянно. Если честно. Это была еще и ошибка у тебя, Ямар. Так его не замутил. Красиво, Византия. Красиво. Саня, ты там поставил, чтобы бот деньги не тратил? Ой, да. А на что он потратит, скажи мне, пожалуйста? Нет, 1136 там развития. Ямато богатая страна, не надо. 70 развития. Не ну, важно. Да, папа, 10 монет приносит. User joined your channel. Даба, привет. Да, привет, Серег. Слушай, а это еще... И все такие еще будут брать и выходить еще от... И серии по... Да, по да, к сожалению, да. Пипец. А что вот там это вот такое было? Вот бывает, когда драйвер... Они без лаган... звука все будут. Ну, без звука TeamSpeak. То есть мой да, звук и звук игроков. Игры. То есть я буду разговаривать с какими-то мифическими существами, которые мне при этом не отвечают. Потом посмотрят кто-нибудь. А что, записи больше все не вообще может не будет никак? Игроков других. Звуков игроков других ну, не фала, будет. А так всего, наших слов не будет? Не, не будет, к сожалению. А в смысле? Это что такое случилось? Тогда это нужно массовые комментарии. То есть да. И это будет... И меньше еще жевать. Да, а что случилось-то? И звука будет, или как? Ребята, что случилось? Почему так? Ну, потому что серию надо видеть. Да драйвер лаганул, Шума, скорее всего. Понятно. А я зашел, бахнул, и без звука ЮСРСТ. Я шерши отписал, что все так странно. Ну в описании в названии. А, Нидрэй. Ставь мне части ракезов. Я ему отвечаю. Как у вас? А народ, позовете, когда будет перезаход, пожалуйста, окей? Я тоже просто КБшку на них сделал. Оставлю, хорошо. User left your channel. User left your channel. Вообще-то меня отрезаешь от остальной части Канады. Мне там 10 проволок надо. User left your channel. Поэтому я вот забираю часть северную. Так а что Нидерланды до сих пор переправляют торговлю в Любек, вместо того, чтобы получать ее в Ла-Манш? Потому что он тормоз. Я переправляю. Из Северного моря. Ты как переправляешь? У меня температура. Не надо меня торопить. Ну так зайди в торговую карту и увидишь Северное море. И там есть денежка, которую ты переправляешь в Любек, и денежка, которую ты переправляешь в Ла-Манш. И вот под денежкой есть стрелочка такая вверх указана. Поставь стрелочку там, где этот самый у тебя идет. Сейчас будет. У меня есть галочка, у меня нет стрелочки. Ну вот галочку уже поставь. О, так лучше? Нет, так по-моему хуже. Погодь, погодь. Месяц должен пройти, чтобы оценить.
Я что-то испортился. Да. Тормоз-то. User left your channel. Просто вы подкармливаете Пруссию, так-то неплохо. Картошка, видишь, конди еще кого нет. Может, ты чироков еще есть не будешь, Ребельсон, так, ну? В смысле или... не буду? Как ты их шрешь? Слушай, а вот ты видишь хоть у меня одну колонию в Америке или нет? Я через Чирока вообще хотел пробиться до Осейджи, до Шауни. Ну, это тоже кто помнит пробиться. Верхнюю часть не пробуй. Погодь, он же ж не перенаправляет, у него там купца нету. Он не может ничего решать. Есть купцы у меня там. Рейнланд, Ла-Манш, Любек. Не, у тебя в Северном море купца нету, то есть ты не можешь тут контролировать, что перенаправляется. Вот именно. Да, купца это нету, перенаправляет Норвегия. Так я заранее говорил вам это. Тормоз. Чем мне? Ну блин, ладно, придется салона убирать. А твой родной это какой? Любековский? Ла-Манш. Ла-Маншевский? Ну конечно, вот бери купца из Ла-Манша и ставь он туда. Или тебе 10%? Ты посчитал важнее. У меня на полмонеты уменьшился доход от торговли. Сейчас сделаем. Таня, а? У Пруссии каких повстанцев поддержать? Ну давай подумаем. Он... У него нигде нет беспорядков. Ну, а у меня плюс 20% будет. Ну то надо поискать, где у него самые мелкие. Может, Скандинавия пусть развлекается? Да там Рашка придет и все. Это он так везде будет, короче. Ну вот повстанцы это явно не то, что может вообще какой-то вред нанести. Ну как он? Окей, буду дальше просто собирать. Он скусит все. Не, ну ты ж понимаешь, какая армия Пруссии. Да? Вот что и какие-то там повстанцы. User joined your channel. Меня ирокез осаждает, эх. Рыза. Какова твоя судьба? Пошел в жопу. User joined your channel. Эх. Ты сколько союзов сейчас? 58. Торгаши великие. 10 дукат пролетает мимо. Тебе можно хоть 20, Никита. Спасибо. Значит, начинаю кидать. Кого ему можно? Ну, ему можно проигрывать. Ладно, пофиг. Хорошо, да. что я его кинул. Вообще отлично. Мне так нравится, все такие хвастаются. Прям такой, вот хорошо, какой молодец. Как, да, умница. Кто? Сообщество Великое Индийское. Как вы собираетесь жить дальше? Никак. Ну, никак. Будем постепенно умирать, как можно быстрее, ну, как можно больше оттягивая врага вообще по всем направлениям, как только можем. То есть вот у вас сейчас закончится перемирие. И вторая партия, да. А нападут Китай, Персия, Эфиопия? Ну, по крайней мере, пока да. На нас наступают по всем направлениям. Это да. Оборона будет дыри, знаешь, такая. Моя оборона. Вить, напомни мне, как берется всемирная торговля? То есть от чего там именно это зависит? Ну, я вам знаю, нужно да. Натянуть как можно больше денег в один из узлов, чтобы переплюнуть конкурентов. Но... Именно деньги, да? Именно деньги, да. И тот, у кого больше всего влияния в этом узле, получит торговлю. Но в идеале, если, к примеру, из Малаки будут в Бенгалию деньги перенаправляться. Там просто Гену сейчас 55, но, по-моему, будет больше. И то же самое будут пытаться делать в Константинополе, там 23. У Персии 20-ку он перегонит туда, да? Я смотрю по глобальной карте. Да. А вот мы где-то у нас сейчас 22 в Бенгалии, то попробуем еще перегнать 30-ку из Малаки. Ну, посмотрим, что получится. Вам надо тянуть больше. Еще 15 из Малукских островов. Ают, слышишь, Ают? А можешь мне отменить эмбарго? Я вам говорю, ребят, сейчас, к сожалению, никто из нас не дотягивается до Ла-Манша каперами. Так-то можно было бы там немножко порезать.
Аюд, Витя, ты посмотри, условия возникновения института, например, у Маджапахиты или Бенгалии, там есть условия, что богатейшим узлом торговым должен быть Малукские острова Маджапахита и Дуаб у Великих Моголов. Ну да, основной торговый узел. Так, а мы тянем торговлю в Бенгалию. Ну, Моголы... Вот, кстати, да, интересно, ты же брал всемирную торговлю в Генуе, а Генуе не является родным торговым узлом Франции. Почему? Ну, у тебя столица, потому что там... Главное, а можно поставить туда основной торговый узел? Нет, а в том-то дело, у меня тоже торговая столица находится в Малакке, у Моголы торговая столица находится в Бенгалии, но условия... Значит, столицу, походу. А столицу мне невыгодно переносить, потому что у меня столица прокачанная. Да там от столицы не зависит. Там главное, чтобы узел больше всего денег было, и тот, кто в этом узле доминирует, получает институт. Блин, а почему... А почему условия-то сказаны не так? Да, написано так. В условии, в смысле, где? Нажимаешь на институты, нажимаешь на глобальную торговлю, нажимаешь на год. Ну, то есть наводишь на год, да. Сейчас. Маджапахит, отмени мне эмбарго, пожалуйста. А что у тебя, где торговля собирает? Я собираю только в Индии, я просто, я не знаю. Может возникнуть, если, тут не обязательно все. Ну да, там же так во всех институтах, на самом деле. Чем больше условий выполнено, тем выше шанс. Шанс, то есть. Не факт, если у тебя выполнено все, а у кого-то не выполнено одно, то у него нет. Ну, там основные условия по всему миру – это богатейший узел. Только там все и возникнет. То есть в узле, который собирает 100 дукат и соревнуется с узлом, который собирает 99, появится институт в узле, который собирает 100 дукат. В 99 он никак не появится. Так что чем больше бабла натянете, куда натянете? Если он будет самым первым, там появится. Ну, поэтому нужно как можно больше кораблей и вытягивать. Но именно бабла. Поэтому у вас там должно быть больше бабла. Да, поэтому мануфактуры и всякое такое. Вау. Так, смотри, если мы отправим забирать торговое влияние в Цейлоне, Индии и Гоа, тогда Эфиоп не возьмет его. То есть ему просто неоткуда будет тянуть влияние, понимаешь? Я у тебя нигде не режу. Вы чисто поднасрать хотите, то есть, да? Не получить, а именно поднасрать. Мне Маджапахит режет. Ну, где? Кстати, Маджапахит, еще ты Малави не ставишь. А зачем? Ну. То же самое, Маджапахит может отправить свои корабли, к примеру, в, этот, в китайские пробки, да, и вытягивать из Китая. Я там уже, у меня есть корабль. Да, да? А вы не хотите провести пробный этот самый, хотя бы знать, сколько вы можете натянуть? Потому что, ну, в итоге, если все будет очень плохо, то вам выгоднее отдать институт Эфиопии, чтобы он, ну, который, ближе к вам. Которая быстрее нас попилила, да? Ну, хотя бы там, а что в Ла-Манше от института, какой вам прок? Да, а какая разница? Подальше от Эфиопа. За шквар. Ну или хотя бы узнать, стоит ли свечи вот это все затея. Ну, если вы сейчас переплюнете, к примеру, ту же Гену, или хотя бы 70 монет наберете, то затея стоит свеч. Если 40 будет, то... Давай. Ну давай тогда, передавай все в Бенгалию. Да, кстати. Гуджарат, ага. Можешь поменять... ну, где ты сейчас держишь торговцев? В Бенгалии, и в Цейлоне, и в Гоа. Ты в Бенгалии держишь на что? Я на вывоз. Вот вывоз убери. Сейчас получаю, сейчас посмотрим. И всех моих узлов убери на вывоз. Да, у меня только в Бенгалии стоялось. Да. Так, на вывоз торговли в Бенгалии. Так, мне нужно, чтобы мне Могол кинул. Чего? Нет, не обязательно. Просто торговцу поставь, ты у тебя за счет стоп, ну, там у тебя почти стоп. Я не могу поставить на вывоз из Малакки, и у меня родной торговый узел. Да? Да, у меня нет просто кнопки. Мне есть кнопку, и что я должен прибыль. Кинуть? Да, да, есть кнопка. Передачу 100% торгового влияния. Кстати, можно... Я тебе должен отдать, получается? Нет, ты мне кидаешь, и я тебе буду отдавать. А, я понял, сейчас. Так. Ага, а Юти, ты тоже можешь, да, и так сделать? Ну, я ему все свое торговое влияние передаю. Я понял, ну-ка. Ты от него заберешь вообще. И чё? Подожди. Ну, у меня просто на все это не хватит торговцев.
Все, я передаю все. Это максимум, да? Так на все не нужно. Все автоматически все проблемы изъясняет. У тебя половина выходит, понимаешь, в Занзибар, если что. А, туда торговца надо кинуть, потому что. Да, ты кинь торговца в Малаку, чтобы перенаправлял торговое влияние. Да. Хорошо, это из Кашмира. Да, и давай скорее, а то у меня минус 37 монет я. Так какая в жопу разница, я тебе верну их. Ох ты, блядь. Вот это... Вот. Чё, вообще ничего не изменилось, по-моему. Не дошел, наверное, торгуешь? Еще не дошел. А, вот. Ужас какой. Да, тот нет, вот он нет. Сейчас он будет тогда. 45 дукат. Ну, у тебя там 94% влияния. Ты вывезешь оттуда почти у нас все. Больше, чем в Геную почти. Я тебе скину сколько? 200 монет, да, Малака? Ну да. За 3 месяца примерно столько набежит. Блин, ну, может это еще меркантилизм поднять, как думаете, это не влияет? 71. Это влияет на такое. Красавцы. 56 из Малаки. 71, ёб! Вам надо еще поднапрячься, чтобы где-то под сотню это все довести, потому что Ла-Манш так просто не сдастся. Они тоже будут делать много муток. Ну, а нам больше неоткуда вести. Ну, хотя бы как-то с товарами пошаманить, больше провинций, там пошаманили. Что-то где-то построить, что-то, развитие где-то какое-то подкачать, что-то придумать. Слышишь, Саня, я могу из Инда перевозить в Кашмир, а ты потом из этого, из Кашмира... А у меня только 2 торговца, в общем, чтобы... Ну, у меня 4, я могу одного тебе подать просто. Торговца? Да. Как? Ну, в смысле, я просто отправлю его в Кашмир и буду вывозить в Доап. Да, давай, можно и так. Только влияние отдавать туда не надо. Я буду перевозить его в Даб. Сейчас я заберу в Индию. Эксперименты. Еще в курсе, если мы в этот момент будем в войне с Китаем или вообще в войне с кем-то, то будет не как дела у отсталых азиатов? Хреново. Все, я 70 монет дали. Да, блядь, не спойли. Все равно этого маловато будет. Вам все равно не хватит, если что, мы Франции передадим, не волнуйтесь. Сань, ну я на дукат поднял, получается. И вот это вы готовы своему сопернику? Блин, ну Франция их не соперник. Жопство. Так хочется, чтобы в Индии институт был. Если мы успеем повоевать с Китаем, то и с Китаем больше будем делать. Не, нам главное закончить войну до принятия института, потому что у нас будет тратиться с такого времени. Слушай, почему не отменил эмбарго? Потому что у меня эмбарго все еще стоит. А из Австралии много там идет? Доль 85. Так, я вернул свои земли. Я с Бухарой воевать. Посмотрим на Персию. Что тут у нас у Персии? Легитимность 58, престиж так, долги. Но это все проблемы решаемые. Пока доход в плюс. У меня такое чувство, что я в битвах вообще не участвовал. У меня уже 70 тысяч рекрутов. У меня тоже 70 тысяч рекрутов. Несмотря... Акс, блядь. Я аут. Че? Знаете почему? Да, вот, за кого? Ну, короче, в Европке за Персию кнопка К стоит на соединение отрядов. Ну, то есть потерянные отряды. Понял? Ну. А у меня в ТСе на Кагава есть. Ой, блядь. Бывает. Жиза. Кавалерию объединял, понятно. Я тебе вернул денег. Австрия, спасибо, конечно. Что случилось? Все, достаточно. Сейчас, через... Ах, ты ж сволочь. Запрещенные приемы используете? У нас их по факту не забирал, не запрещал никто. Все отменяйте. Твиттер. Ну я хочу свою долю. Хорошо, я сейчас. Я крепости еще не все. Хотя в Европе все, а по-моему, еще на поле терять.
Ну, это так-то маловато. Это, считай, помощь. Засушливые земли ж не дают минусов, да? Они, нет, не дают. Дают только истечение. Это равнинки. Все, тогда тут слышу крепость. Блин, ну мотим крепости, конечно, идеально. Ну что, на меня вот кричал? У моти вообще ни одной нормальной крепости. А у него со старта денег вообще не было. Он ну, даже во время войны... на Кавказе две крепости в горах построил. Он во время войны с этим... с визой давал ему торговлю. Я отменил уже. Ты еще нет, кто-то не отменил. Это инк нет. Я не отменил, потому что у меня дипломаты делают. Ясно. Добавлю денег. Да ладно, ты просто что, деньги бери. А мои деньги где? А мои деньги? Мне дипломаты тоже выйдут. А мои деньги? Народ, я тебе дал, что ты жалуешься? Поздравьте, я великая держава снова. А у меня столица? Ты говно идешь. Это тоже говно. Что, опять много из великих, что ли? Когда освободишься? Так, Стимул, сколько ты месяцев дал субсидии? Да не знаю пока. 60. Сколько месяцев? 2. Дим, да, там не пора случайно? Не, не пора. Нет, еще 2 минуты. О, нет. Ну, если 2 минуты... Вообще, я жду, пока Карамелька выйдет из Уни. Карамелька, тебе там в Уни... А, его тут нет. А, есть. Есть. Как там в Уни, нормально? Ой, отлично, я домики построил, так я сначала за французские тем, деньги, поближе, на французские скидки. Потрясающе. Не помню, что долго не шли. Равшан и Жансут? Ну, типа да. Домики — это святое. Да, респект человеку, который догадался в суть. Вник в суть этой мутки кто по поводу смены религии. Я взял. Вон там картошка что-то Саню подговаривает на что-то. А, ну не знаю. Тебя пилить. По-моему, он больше ничего не хочет. Надо его казнить. Казнить нельзя, помиловать. Кита, я вниз ухожу. У меня там ухожу. Уже сидит она. Смотри, а ну отменяй. Он там давно сидит. Нет, Никит, отменяй. Да там куда поселенцы, они там живут. Ты семьи тут выгоняешь. Тут 200 человек, Никита, это полтора года. Не, ну картошка семьи выгоняешь. Ты семью выгоняешь. В жопу семьи. Какие семьи там ты выгоняешь? Никит, ты тупой, и все, уходи. Ну, разве ты картошка? Согласен. Картошка, ты что, ему колонит не даешь? Да, он Канаду мою колонит. Какой твою? У меня там столица вообще, она должна быть моя. Дурак ты. 20 развития причем. Повезло, так. Что ацтеки еще килдер не распилили. Они не могут. Не могут. Уже бы распилили, слабые. Если бы тортик был. Нет. Они слабые. Ты видишь? Они слабые. Это тортик. Я помогу тортику. Жаба. Эй, пиздец постоянно. Жаба. Да. А я ж, получается, последний, да, истинный веры остался. Православие? Да. Это нет, не есть полоска. Это не истинная вера. Не надо. Не, ну мелких не считаем, потому что они зависимые, они при первом же стуке сменят веру. Да, значит, Византия — оплот православия. Значит, можешь на теперь защитника покупать. Отлично. Блин, зато у тебя схема, конечно, крутая. А там что-то это... лютеран реформатор. А что у нас защитник такой-то говняный? Кто у вас защитник? Этот килдер. Пора менять веру. Пора. Православие, я тебя защищать буду. Камбоджа призывали. Крипер? А, ладно, крипера не буду. Кто хочет дать Византии 150 монеток, что на защитника веры? Сань, пошли, перезаходим. Перезаход? Ну, тортик зайдет, Гена. Отличненько, а друзья. Мы... Вот и проверим серию, записался ли звук. Занимает, надеюсь, да? Что записался. Зачем держим кулачки? Хотя вы ну, это блин, уже знаете, вот а я еще нет. Но...